пришли. О, так называемый, ну, рынок специй. Раньше султан же хотел здесь медресе, то есть школу сделать, что-то эта школа у них не пошла. Мало ее народу посещало. И она отдала его под торговые ряды, рынок специй. Когда специи были в большой цене, они сейчас дорого стоят. Но тогда без них, я так думаю, обойтись вообще люди не могли. О. 1664 год, я. Да, вот мясной отдел. Может, с него начнем, Лен? Ой, бастурма. Ой, бастурмой пахнет, а? О, так, сыры. Сыры. Маслины, вяленые маслинки. 30, да? Вот она, бастурма. Вот она, замечательная бастурма, сверху обмазанная. Специально. О. Сколько? Вон уже на, не, наструганные есть, Лен. А как у мальчика? How much? Under 25, 1 kilo. Ну, на 100 грамм на пробу. 100 грамм, пожалуйста. 100 грамм? 100 грамм, попробуем. Окей? Да. Ой. Пастрами. Кладите, кладите. Рекламу делаешь? Рекламу делаешь? Бастурмы? Красивый рынок. Красивый. И не заблудишься, не сравнить с Гранд-базаром, куда прям даже ноги не идут. Ой, это... Чаи. Красивые чаи. Специи. Бриллианты. Ты где? Да. А здесь же тут же, рядом, и каменья. Лен, все, выходим. Там, да? Хотел, вот мы спустились из Сулеймани мечети, хотел пройти через рынок. Думал, меньше народу, чем здесь вот. Там еще больше. Нет, там еще больше. Это египетский рынок, рынок специй. Пойдем вокруг лучше так, тут ближе. Нет, ну ничего не хочу уже. Уже ничего не хочу. Это мы такую с тобой сами ловили. А вот это вот хороши. Дорада у нас, да, называют ее? Дорада? Да. Или Сибас? Нет, Сибас вытянутый. А вот барабуля. Добрый день. Барабуля 100. Это дороговато она. Ну как и у нас. Чуть, даже у нас можно за 700 рублей купить. А это 1100 рублей барабуля получается. Да. Это 1700 получается. Креветки тигровые. Да. Это макрель, типа тунца. Да.
Это вот мы идем параллельно египетскому рынку. Все говорят, на улице цены ниже, чем... Какая? Почему? Из мечети? Да нет, господи, я просто так сижу. Добрый день. Так, это... Здесь цены все есть, да. Здесь цены есть. Да. Никогда я ее не любил, только когда самый маленький был. Совсем маленький. Да. Вот я видел. Молочка, сыры. Какие сыры-то, как Мазда. Маслинки какие красивые. Помидоры. Это получается сколько?